Сотрудники управления по противодействию киберпреступности УВД Брещины пресекли деятельность организатора группы, которая занималась незаконным оборотом криптовалюты. Им оказался 27-летний брещанин, зарегистрированный как индивидуальный предприниматель. Он использовал подконтрольные банковские платежные карты, зарегистрированные на иностранных граждан, для транзита денежных средств. С помощью специализированных бирж мужчина совершал сделки по обмену криптовалюты в качестве посредника, обналичивая и конвертируя, в том числе похищенные у белорусских граждан деньги. Общий оборот нелегального бизнеса превысил 2 миллиона долларов. В отношении фигуранта составлен административный протокол за незаконную предпринимательскую деятельность. Ему грозит крупный штраф и обращение в доход государства изъятой криптовалюты, а также всей суммы, которая прошла через его криптокошельки.